Быть ли в Иванове улице огнеборцев? Этот вопрос обсудили в мэрии на заседании комиссии по топонимике. Напомним, с инициативой поменять название участка улицы Шубиных от проспекта Строителей до генерала Хлебникова выступила пожарно-спасательная академия. Сегодня рассмотренные аргументы позволили комиссии прийти к положительному решению, дать согласие на изменение наименования части улицы Шубиных на улицу Огнеборцев. Предложение комиссии по топонимике направляется в адрес главы города Иваново. При его положительном решении проект решения Ивановской городской думы направляется на рассмотрение Ивановской городской думы. По словам специалистов, никаких сложностей и проблем смена названия за собой не повлечет. Паспорта жителям менять не придется. Все дома на этом участке привязаны к другим улицам. К тому же при положительном решении огнеборцы смогут окончательно превратить эту территорию в настоящую городскую достопримечательность, как сделали недавно с аллеей спасателей. Мы планируем проводить там различные мероприятия, акции, спортивные мероприятия. Безусловно, все эти мероприятия будут направлены на формирование именно культуры безопасности жизнедеятельности жителей нашего города, начиная от детей самого раннего возраста и кончая взрослыми. Ну и думаем, что это станет еще одним знаковым местом, куда будут приезжать люди из других городов. Шансы на переименование улицы довольно высокие. Кроме того, предполагается, что это может стать данью памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.